Зачем люди хранят старые письма? Старое письмо – это память о добром, дорогом человеке, частичка из прошлого. Зачем человек пишет письма? Письмо – это один из способов общения. В письме мы можем поздравить кого-то с праздником, с днем рождения, задать какие-то вопросы, получить другую информацию. Почему люди стали реже писать письма? Потому что сейчас в наше время появилось много других способов пообщаться с человеком, более удобных. Позвонить, пообщаться по скайпу, написать интерактивное письмо. Зачем люди хранят старые письма? Наверное, для того, чтобы потом вспомнить все, что было у них раньше в молодости. Какие-то события, каких-то знакомых, родных. Зачем человек пишет письма? Человек пишет письма для того, чтобы пообщаться с тем дорогим человеком, который от него далеко, с которым он не может разговаривать каждый день. Почему люди стали реже писать письма? Потому что появилась электронная почта, появился мобильный телефон. И в любой момент можно поговорить с тем человеком, с которым ему нужно. Мам, зачем люди хранят старые письма? Ну, хранить старые письма – это значит хранить память. Это какая-то ниточка, которая связывает прошлое и настоящее. Вот. Это какая-то память о важном человеке в жизни. Мам, зачем человек пишет письма? Ну, мне кажется, для того, может быть, потому что человеку легче раскрыться в письме, свои чувства, рассказать, что у него в душе происходит, поделиться своими ощущениями. И очень писем бывают такие вот люди, которые пишут, они очень разные. Это любовные могут письма, письма благодарности, памятные какие-то, письма для кого-то доброты, письма в будущее или какому-то необычному адресату, там, допустим, по какому-то, может быть, книжному герою можно написать и так далее. Почему, мам, почему люди стали реже писать письма? Ну, потому что сейчас у нас идет век новых технологий, с помощью которых нам свободно можно, мы можем отправить электронные письма и сообщения, которые моментально доходят до адресата. И нам это стало удобнее, чем писать письма. Первый вопрос. Зачем люди хранят старые письма? Чтобы вспомнить что-то хорошее или плохое, как воспоминание. Второй вопрос. Зачем человек пишет письма? Для общения друг с другом. Третий вопрос. Почему люди стали реже писать письма? Появились телефоны. Сейчас можно по телефону просто поговорить, не надо писать уже. Ну, пишут письма, конечно, еще есть, ну, а так по телефону. Привет, мам, можно у тебя взять интервью? Привет, можно. Зачем люди хранят старые письма? Чтобы вспоминать прошлое время. Перечитывать их, вспоминать лучшие моменты в жизни. Правильно. Зачем человек пишет письма? Чтобы общаться с другими людьми. Угу. Правильно. Почему люди стали реже писать письма? Потому что сейчас появился интернет, и можно общаться с помощью современных технологий. Правильно. Спасибо, Саша. Спасибо, мам, за хорошее Пожалуйста. Интервью. Зачем нужны интервью на тему писем? Зачем люди хранят старые письма? Люди хранят старые письма для воспоминаний. Чаще они хранят письма от любимых людей, от людей, которые им очень дороги, от родственников. Зачем люди пишут письма?
Люди пишут письма для общения, для передачи информации. Почему люди стали реже писать? Люди стали реже писать, потому что почти в каждом доме появился интернет, появилась мобильная связь. Людям стало проще позвонить по телефону или по скайпу и поговорить вживую и увидеть человека, нежели написать письмо и ждать, пока оно дойдет.